В Сочи устраняют последствия исхода мощного селя, из-за которого было парализовано движение поездов. Грунт обвалился на участке железной дороги Дагомыс-Луо. Местами высота завалов достигала метра. Вместе с грудами камней обвалились деревья, которые повредили контактную сеть и обесточили путь. К счастью, в тот момент на участке не было составов. Задержано несколько поездов дальнего следования и электричек. По последним данным, ремонтным бригадам удалось освободить один путь. Восстановительные работы продолжаются.